Всем привет! Сегодня мы будем слушать инстасамку. Трек называется «Попстар». Друзья мои, сейчас у меня есть тут кое-что, что я почитаю про инстасамку. Ну, вообще, в принципе, я и так знаю, поэтому... Значит, что я хочу сказать? Напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе, что Максим есть на Дзене и на Ютубе, а я написала книгу, которую выложила на Литрес. Ее надо скачать, почитать и поделиться со всеми. Я не прошу, а настаиваю, друзья мои. Это раз. Во-вторых, я знаю, что что-то там инстасамка написала что-то такое по поводу того, что она уже... что она уже не будет петь рэп. Что Даша сказала о песне? «Мой рэп прекращает свою работу на территории РФ и передает в франшизу инстасамка по псе». Даже любопытно, что такого инстасамистого может быть в по псе. Но сейчас мы об этом узнаем, правильно? Ну, давайте. Что инстасамка здесь потерялась. Она как-то в попсе, ну, все вроде мелодично, все хорошо, но мне кажется, она как-то в попсе растворилась. Может быть, конечно, если бы она задницей своей крутила, как всегда, может быть, это было бы более эффектно и даже для попсы, но мне кажется, что в данный момент она вот как-то ее немного стало, в отличие от рэпа, там она как-то была поярче. Ну, возможно, я ошибаюсь, потом мы увидим. И на как долго это все будет продолжаться, как долго она перешла на эту попсу. Ну, я, наверное, в свете того, что более-менее все прилично, 7 из 10 ей бы поставила. Ну, вот мне в этот раз инстасамки не хватило. Всем пока!